Всем привет, друзья, вы на канале. А канал теперь называется по-другому LOLGPLAY. Это сокращение от моего никнейма LOLGRAVITY. К сожалению, GravityPLAY, оказывается, есть такой канал на Ютубе, и там больше 1,5 миллионов подписчиков. И, скорее всего, поэтому мои видео так плохо индексировались и продвигались в поиске. Но мне так даже больше нравится. В любом случае, Let's Play будет записываться. И в этот раз у нас опять лесной биом. Последний из биомов, которые будут в этой игре, получается. Это предпоследний уровень. Девятый, получается. Девятый World. Следующий, десятый, тоже лесной биом. И, я так понимаю, на этом игра будет пройдена. И на этом уровне, кстати, тоже нет чекпоинтов, но зато он очень маленький. Блин. Не кажется ли, ключи по... точно. По-моему, ключи появляются здесь случайным образом или нет? Или я что-то напутал? Так, и остался один ключ. Нет, я хочу все собрать, определенно все. Для прохождения осталось не так уж и много уровней, и можно и постараться. А, вот и последний. Ух, чуть не напрыгнул на этого ежа. На самом деле, достаточно простой был уровень. Ладно, Stage 2. А это, кстати, почему-то мне очень напомнило... Знаете, такой раньше популярный платформер на ПК был? Super Meat Boy назывался. И там... Очень часто нужно было именно по стенам скользить. Вот здесь тоже именно много вертикального какого-то движения. Здесь много такого вертикального движения вверх или скольжения. И поэтому, наверное, мне напомнило Super Meat Boy. Ощущение, что где-то здесь должен быть второй ключ. Да, вот он. Да ёшкин кот! А, ну хотя бы мы дошли до чекпоинта. Найс. Осталось взять ключик. И свалить отсюда. Вот и скольжение, как в Super Meat Boy. И последний ключ. Что-то как-то вообще прям быстро. Трофейные морковки. Ах! Вот почему... Вот почему все так типа просто. Там спрятался этот ёж. Stage 3. Ладно, сначала сходим в правую сторону, посмотрим, что там. Точнее, в левую. Господи, я право-слева путаю. А, ну, естественно, здесь был ключ. А я сюда не хотел идти. Oh.
Это же был чекпоинт? Да. За такое не жалко 50 морковок отдать. Не знаю, что делает этот рычаг, но, наверное, раз он здесь, значит, так нужно. Снова старый добрый друг жираф. Он снова так забавно поднимает ножки, когда мы проходим возле него. Блин. Ой, это сложно. Какой я молодец. Ну, почти молодец. Ладно, не хочу собирать третий ключ. Что-то мне этот уровень показался каким-то несоизмеримо сложным с предыдущим, с первым, да даже с ними двумя в совокупности. Стейдж 4. Это какой-то супер колючий уровень. Еще ни одного ключика не собрал. Я надеюсь, здесь был чекпоинт, пожалуйста. Да. Ух, иначе бы это был такой гемор. Да неужели? Да я же его завалил вроде. Ладно, сначала сходим в ту часть, в левую. Тут наверняка что-то интересное должно быть. Ну, конечно, вот там первый ключик. Естественно, нужно было идти сюда. Да грёбаный ты ёж! Да блин. Ладно, рычаги нажаты. Так что можно идти обратно. Да блин. Один ключик. Ладно, не хочу я здесь искать их слишком долго. Я здесь просто постоянно умираю и... Не, не хочу, короче, проходить этот уровень. Стейдж 5. Последний уровень биома. Точнее, не биома, а ворлда.
первый ключик. Да давай ты прыгай, сука, давай! Аллилуйя, ну хотя бы здесь чекпоинт есть, спасибо и на этом. Наконец-то, блядь, я прошел этот ебаный уровень. Он меня бесит больше, чем прохождение босса из первой части. На этом, друзья, мы сегодня закончим. У меня прям вообще подгорело с этого последнего уровня. Сейчас немножко отдышусь, успокоюсь. На этом, друзья, мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До встречи в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.